Привет! Ты снова на канале IT User Help. И сегодня у меня для тебя очень хорошие новости. Если ты пользуешься операционной системой Windows 10, то наверняка заметил, что из нее пропали ранее бесплатные и любимые игры. Всеми любимые косынка, шахматы, солитер, червы, нарды, шашки и прочие-прочие сапер и прочие-прочие другие. Они пропали, и теперь Windows предлагает оформить ежегодную подписку на эти игры. И учитывая тот факт, что раньше во всех операционных системах Windows XP 7, 8 они были бесплатные, то этот факт очень разочаровывает нас сейчас. Но в этом видео я расскажу, как решить эту проблему и как установить все эти игры на твой компьютер с операционной системой Windows 10, либо в 7, если вдруг по какой-то причине они у тебя пропали. Но прежде чем мы приступим, я хочу попросить тебя обязательно поставить лайк этому видео, подписаться на канал, оставить любой комментарий под этим видео. И не теряя времени, давай приступим. Первое, что нам нужно сделать, это перейти на вот этот сайт, который я оставлю в описании. Обязательно раскрывай описание, смотри описание, копируй ссылку из описания. Далее переходи в браузер, в любой, который тебе нравится. Вставляешь эту ссылку, переходишь по ней. Сайт на английском языке, но нам нужно найти всего лишь одну гиперссылку. Находится она вот здесь. Нажимаем на нее. И у нас скачивается архив. Он у меня уже скачан, поэтому я нажму отмену. Далее находим этот самый архив. Нашли архив, который мы скачали. Zip-архив. Далее раскрываем этот zip-архив. Можешь запустить прямо здесь, но для большей надежности лучше файл переместить куда-нибудь из архива. .exe-файл. И далее нам нужно запустить этот файл .exe из архива для установки. Так, вот он наш файл .exe. Два раза нажимаем на него, чтобы запустить установку. Нажимаем, читаем, соглашаемся, нажимаем «Да», выбираем язык, какой тебе нужен, нажимаем «Ок», ждем. Такое появляется окно. Появляется вот такой. Так, у меня сейчас немного сбилось. Давай сначала. Я сейчас отменил установку и заново. Да, чтобы было понятнее. Выбираем язык. Ждем. Видно, компьютер чем-то загружен, что тормозит немного. Сейчас ждем еще. Сейчас должно появиться окно, которое предложит нам пройти дальше по установке. Соглашаемся, устанавливаем. Вот. Нажимаем «Далее». Выбираем, какие игры нам нужно установить. То есть, если тебе не нужны все игры, а, к примеру, ты там фанат какой-то определенной игры, можешь поснимать галочки и установить выборочно. Ну, либо установить все, они не очень много весят. Все вместе 335 мегабайт весит. Вот если ты видишь, снимаешь галочки, то память уменьшается занимаемая. Нажимаем «Установить». Установили. Здесь можно снять. Можно поставить. Перейдите на этот сайт. Посмотрите разработчика, который придумал это. Нажимаем «Готово». Все, после того, как мы нажали «Готово», это у нас установочный файл, он нам не нужен уже. И это нам тоже уже, это не нужно. Это уже не нужно, удаляем. После этого у нас в пуске появится, в недавно добавленных, появятся здесь все игры. Ну, а также должна быть папка «Игры».
Вот папка Games на букву G. Открываете, и здесь у вас будут игры все. Либо другой вариант, как найти ваши игры. Перейдите по этому адресу в вашем проводнике. C, Program Files. Ну, он у вас может немного отличаться, этот путь. В общем, как только вы установили, сейчас вам покажу еще способ. Вы сможете либо в недавно добавленных запустить ваши игры, но они будут, когда вы будете устанавливать новое приложение, это все будет смещаться. Либо здесь искать папку Games, игры, что-то такое будет. У меня он Games, у вас может называться игры. Раскрываете ее и отсюда запускать. Либо также на любой игре, на абсолютно любой, нажать правой кнопкой мыши дополнительно, перейти к расположению файла, и у вас откроется папка со всеми играми, то есть так удобней. Можете, например, создать какую-нибудь папку себе на рабочем столе, если вы часто играете, скопировать эти все, выделить все эти игры и скопировать сюда, копировать это ярлыки этих игр. Все. Теперь ваши игры будут на рабочем столе все. Названия у них английские, но я надеюсь, вы помните, какая из них как называется. «3D шахматы», «Солитер», «Червы». Это интернет-игра, это тоже интернет, и это интернет. «Маджонг». Сапер, Парбл Плейс, Косынка, Паук. Вот так вы сможете получить все игры на свой компьютер с операционной системой Windows 10, либо с другой операционной системой, если вдруг они у вас пропали. Семейство Windows, естественно. Ну, либо вы можете, в принципе, даже если у вас операционная система не Windows, а, например, Linux, либо Mac OS, вы можете установить эмулятор Windows и, соответственно, проделать те же самые действия, что мы делали сейчас, и запустить в эмуляторе все эти игры и спокойно играть. И наслаждаться, они в принципе легкие, поэтому будут работать довольно быстро и через эмулятор. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй любой комментарий под этим видео. И совсем круто будет, если нажмешь колокольчик, который находится справа от кнопки подписаться. На этом все, всем пока.